У тебя деревня вымерла. Какая деревня вымерла? Едем дальше. У меня стоит кочевая пасека. 300 улев. Вокруг него 5-6 фермеров. В радиусе утопчен. Каждый фермер, он один богатый, другой бедный. Другой обрабатывает, сеет в разные периоды времени. И обрабатывает в разные периоды времени. Я спасся тем, что мои позже обрабатывали. Поэтому там они и нет. И если будет обрабатывать они первым классом, то чума, это раб чума для пчеловодства. Вымрем. Потому что, во-первых, вот 5-6 это самое, фермеров, каждый этот сегодня обрабатывает. Предупреди у меня. Меня даже эти подростки тоже предупреждали. Второй через 3 дня, другой через 4. И июнь, медосбор, июль. Я закрою пасеку. Я закрыл на через одну пасеку. Жара была 34 градуса в тени. Самые сильные семьи сгорели. Хотя мы закрыли очень хорошо. Сетка сверху, сетка снизу, поролон с водой. Офигенно сделали. Но сильные семьи сгорели. 3-4 раза жара. Я видел, что там у морды кто сказал, что улица такая. Вот так. Дальше, что я хочу сказать. И вот если будут обрабатывать первым-вторым классом, мы вымрем. Есть вот третий класс, четвертый класс, который они обрабатывают ночью, у нас хорошие фермера, они обрабатывают ночью, но ночью обработал, даже договариваются, какой срок, откуда обрабатывать. Утром уже не так страшно, все уже, кто-то как-то, ну туда пойдет, не так. А если первым, все, вымрем, потому что первым классом надо закрывать на 3 дня. На 3 дня я закрыл только на сутки, я потом не выдержал вечером, смотрю, говорит, одна семья погибла, вторая семья, плакал за жизнями первым, я говорю, Коля, давай открывать всех. Мы открылись, на другой день пошел дружить. Нас это вылечило. Просто спасло. Я с вами абсолютно согласен, что нужно понижать класс опасности, класс опасности. Химикатов, пестицидов, но... и так далее. Но здесь инициатива должна идти от вас. Вы информируете, предупреждаете через общественные организации. Когда такая пчел... проблема существует. Ребят, это когда мне пчелы погибли, я вас тоже на форуме да, привет, привет сказать вам, что пчелы погибли. Вот. Потому что невозможно, если вы не решите к этим классам, вы не запретите этим классам, просто мы выберем как пчеловод. 5-6 фермеров вокруг меня. Да это у всех. Дальше. Еще один вопрос. Минуточку, товарищи. Минуточку, товарищи. Вот, я всех не переключу. Едем дальше. Говорят, это самое, пчел надо вывозить. А вообще, наверное, кое-кто в этих кругах... Давайте обсуждение дальше конкретно. Кто в этих округах выше, там говорят, говорят, что пчеловод виноват. Надо пчел вывозить, надо это... А куда я буду вывозить? Из везде, раз, по насеянию. И еще, если деньги дадут очень хорошие фермерам, на будущий год, на сразу все рапсом. Точно. Спасибо за предложение.